кавалер обжигает ладонь. Скоро он запоет со мной. В жилах течет славной битвы огонь. Завтра мы отправляемся в бой. Контрол 5 Линкольн 91 10-8. Здравствуйте, офицер. Контрол 5 Линкольн 91, перехожу на частоту патрулирования города. 5 Линкольн 91 на свободных Линкольн юнитов департамента Вайнвуд. Запрос на объединение в Адам. Ну, в общем... Здравствуй, офицер. Здравствуй. Куда? Куда поедете? Да не зевай ты, я сам. Как ваши дела? Потише, Хейл. Отлично у тебя как? Нормально. Вот запросил Адам, пока никто не ответился. Нет, не отозвался. Поэтому в ожидании, может быть, лейтенант появится. С лейтенантом Вадом хочешь? Нет, может быть, у него будут какие-то задания для стажеров, сэр. Ну, у вас пока маловато. О, сейчас, да, подожди. Да. Хил. Я. Не хочешь взять? Почему? У меня в 20 минут в этот ELS. Ну, как раз таки съездить вместе. Послушаю. Куда? Это здесь будет. Я пока что... Да, мы здесь собираемся. Ну, я его говорю, я на 20 минут его могу забрать. Ну, потом можете вместе съездить, там как раз таки 12 плюс. Ну, так это же самое. Ну, ладно, поехали. Ага. Спасибо. Спасибо. Так, подожди, где твой жилет? У меня вот пока не успел, мне сказали, что нужно в магазин, а я же не могу в магазин выйти. Поедем. Ага, спасибо. Да, смотрите аккуратнее, Хил. Мы все за аккуратность. Особенно я. Надеюсь. Ну, вчера водитель мусоровоза так тоже подумал. А что с мусоровозом? А, ну, вначале он нас протаранил, потом уехал, потом мы его догнали и убили водителя. Ничего себе. Ну, он просто... А как тебя зовут? Шон Дэвинпорт. Понятно. 91-й. Да. Шон Дэвинпорт, верно? Да, сэр. Ты кричалку знаешь, полицейского департамента? Нет, мне ничего не рассказали. А. То есть никто тебе не оповещался, верно? Нет, сэр. А поинтересоваться хочешь? Ну да, да. Ну все, чтобы ты сегодня хорошо, в принципе, провел время в патруле. Так. Потом услышишь кричалку. Ладно, хорошо, сэр. Все отлично. Берегите себя, офицеры. Спасибо, вы тоже. А ты, Зинин. Проверь, там сзади машины нормальные, я пока багажник проверю. Все ли есть. Впереди... Спереди машина? Нет, сзади двери. А. Да, вроде нормально. Так. Ну, птички. Так, здесь. Чисто, никто там не наблюдал вчера? Слушайте, вроде нет. Ну, это главное. И даже вроде не пахнет. Либо отмыли, либо никто не блевал. Ладно, садись. Ага, сейчас. Так, я 54-й. Зовут меня Арни. Мы стажировались вместе. А, да? Ничего себе, уже быстро ты... Ага. Так, все, сейчас объявлю. Контрол 5 Линкольн 91 и 5 Линкольн 54 объединяются в 5 Адам 54. Далее переходим на частоту патрулирования. Контрол 5 Адам 54 на частоте, далее 10-14 по городу. Ничего, а когда ты экзамен сдал? Досрочно. А, о, везет. Обратился к лейтенанту, она сказала, можно будет сдать. Ой, и как, жестко? Не жестко? Да, знаешь, в целом все ситуации базовые и чего-то экстраординарного, то есть, не было. То есть никаких-то не придумывали вот этих всяких на переговорах каких-то экстраординарных случаев? Убийств этих заложников, вот этого всего не придумывали? Ну, нет. А, понял. Начнем с того, что как стажер стажеру у меня не было переговоров.
Понял, понял. А то нам говорят, что бои будут. Ну ладно, ну, видимо, каждого по-разному, наверное. Ну, скорее всего, просто я в целом бодро все сделал. А, ну, видимо, припоняли, что уже все хорошо. У меня просто был плохой пример. Это 94-й, который сделал все наоборот очень плохо и уволился. А, серьезно? Подробно, 46, у нас здесь 95, в районе города. Так вот почему у нас было до этого 9, а теперь я последний раз вижу у нас максимум четверых стажеров. Ну, примерно, да. Понятно, понятно. И как вот в... Тихо. Молчу. Далее так, берите марку машины. Ожидайте. Ладно. 01, Union Fang. Далее так, 2. 1080. Мы сейчас, может, доедем? Но эта задача более важнее. А, ага. Спасибо. Пошли. Мне сказали там, что в магазинах лейтенант как раз заказала. Кстати, вот. Все нормально, я тебе сейчас скажу, что где лежит. А я... Можешь... Ага, ага, хорошо. А, ну или если там... Вроде мне приходило, сообщение. Да, сообщение, да, приходило. Ну давай, я жду тебя здесь. Ага, спасибо. А что, без каски можно? Ну, в смысле, это усиленный комплект. То есть тебе его нужно будет делать в любом случае с каской. Понял. Просто когда у нас не происходит ничего такого, при так алерте мы передвигаемся только в жилетах. Понял, да, понял. Угу. Вроде оно, да? Да-да, ну оно. Ага. Нормально. Только рацию не забудь. Ты его среди сумок не потерял? А, наверное, наверное, да. Ага. Вот, точно его завалилось. Угу. Не теряй. Да, точно. Так, сейчас. Вопросы будут. Согласен. Только каску сними. Сейчас сниму, да. Это понимаю, конечно. Безопасность превыше всего. Но... Это да. Да я чтоб в руках не нести. Ты решил нести ее на голове? Да. Ну, там, где и место. Нет. Ну, хорошо. Ну, если у тебя есть какие-то вопросы, ты задавай. Я, потому что, ну, как стажер стажера, понимаю. Ага. Я как бы объясню тебе более не, ну, неформально. Ага, вот при задержании, вот мы приезжаем с задержанным, мы объявляем, да, что мы задержанным. Дальше мы сразу, мы его ведем в комнату фотографироваться, да? Ну, если у него нет фотографии, то да. Если фотография есть, то далее ты изымаешь, ну, изымаешь, во-первых. Перед тем, как завести его, ты ставишь его к стене и забираешь да. все, чем он может себе навредить. После чего, да, ты заводишь его в этот самый, если у него нет фотографии, фотографируешь, делаешь макшот. Если фотографии имеется, то заводишь его в клетку и после чего уже отходишь и... Обвинительное, вот это после этого обвинительное, да? Понял. Девка, вовремя, да. Так, мы пока что, если что, особо на вызовы не реагируем, потому что... Ну, только если это не 10.55 какой-нибудь. Хорошо. Потому что мне скоро, мне ИЛС. А это что? Это квалификация продвинутой медицины. А, здорово. Я вот тоже думал про это, то, что нужно получить ее, когда стану ПО-2. Ну, это очень важно, потому что есть сцены с огнестрельными, где тебе просто необходимо что-то продвинуть, и чем салфетки и перекись. Вот именно, да. А учитывая то, что какое сейчас и какие времена, тут нужно быть, действительно понимать, что делать, чтобы человек не умер. Вот, как-то так. Ага. А, ну и потом... О, Господь! Хорошо, что пристегнулся. Пристегнутым быть — это очень важно. Это правда. Местное, да? Нормально. Да, нормально. Да. Что мы с этими с местными делаем в таком случае? Здесь уже будут разбираться местные. Местные, да. Благо у нас... И так, ну... сидел полно, да. Ну, в данный момент мы едем... На СТО. Да. Выравнивать кенгурятник. Вообще, да, хорошее дело. А у нас, получается, СТО тоже бесплатно, да, нас обслуживает?
Ну, государственное СТО, да, если да. вдруг едешь на платное, ну, то есть ну, на частное СТО, то участники ремонтируют уже за деньги. А, понял. У нас вчера, например, дверь отлетела и несколько пулевых, мы как бы за 250 баксов, по-моему, отдали. Ничего себе, вообще дороговато. Ну, у машины было состояние просто очень-очень-очень страшное. Ага, понял. Ну, все фары прострелили, стекла выбиты от пулевых. Ну, ну то есть там да. прям не просто там замазать что-то, а там, да. Не, да, там, конечно, там пули выковырить, выровнять, стекла вставить, фары вставить, тут много всего. Представляю. Страшно самое, это когда в тебя стреляют. Угу. Это согласен. Я думаю, знаешь, прорабатываю мысленно, вот нужно не в оцепенение встать, нужно не стать в оцепенение. Но теперь я так понимаю, что только на практике все это будет. Ну, понимаешь, то, что ты себе загоняешь голову, там, не встать в оцепенение, все это, конечно, круто, но когда ты сталкиваешься один на один с страхом смерти, да вот да. все стреляют, это несколько другое. Это правда. Вот, а так больше-то и нечего насчет этого сказать. Угу, угу. Оп, рестарт. Так. А, ну тебе пора, я так понимаю. Или... Подожди. Сейчас время. А. Угу. Ну да, вообще по сути своей пора. Понял. Ну спасибо, что взял с собой, хотя бы это, развеялся я. Патруле. Да, я надеюсь, сейчас я быстро закончу. Если быстро закончу, то потом с тобой опять поедем. О, договорились. Просто я не знаю, сколько это все займет. Потому что в любом случае это информация, не которая в одно ухо влетает, а в другое ухо влетает. Понятное дело, конечно. Вот. Ну у тебя что, какие планы вообще? Ой, сдать экзамен. Желательно успешно. И желательно с первого раза. Нет, я имею в виду, ну, есть же разные квалификации у нас, там, ну, вот Мэри Юнит. Вот хочу, вот первую помощь, получить квалификацию вот эту вот, расширенную, так сказать, и переговорщика, может быть. И все? А что можно ну, больше? Ну, не знаю, кто-то хочет в детективы, кто-то хочет в СВАТ, кто-то хочет, не знаю, много кто чего хочет. А вот пока, мне кажется, патрульным можно как-то больше таких, знаешь, вроде как и не крупных дел, но очень важных там разрешить. Ну, не знаю, пока что. Детективы, например, они колоссальный объем делают. Да. Ну вот, может быть, да, согласен. Ты представь, у тебя есть преступное ОПГ, и нужно вот как-то их пресекать. А как ты их будешь пресекать? Ну да, без детективов никак. Так, сейчас скажу. Ага. Давай. Контрол 5, Адам 54, 1023, участок Вайнвуд. Департамент. Департамент, да. Далее смещаемся. Далее смещаемся на частоту департамента Вайнвуд. Все, теперь расформировывай нас. Контрол 5, Адам 54 расформировывается на 5 Линкольн 91 и 5 Линкольн 54. Так, у меня что-то как-то... А. Сейчас я немножечко это, да. Здравствуйте, офицер Сакс. Ты че сидишь тут? А я запросил Адам объединение, а никто... Нет брифинга. Пока нет брифинга, да. А че сидишь-то тут, ну? А где сидеть? А че не катаешься? На чем? В Адаме. Я запросил Аду, мне никто не ответил. Несколько на раз. На город смещайся, запрашивай. Смещался. Не ответили? Не ответили. Ужас спасибо за фоллоу. Баймакс, спасибо за фоллоу. В таком случае. Ух ты ж. Вот, да. Опа, бежит. Иди сюда, а? А ладно, сейчас брифинг. Да. Так, хорошо. Так, сейчас брифинг. Ай, подожди, я пока смотрю заранее. Я закон недавно, я продолжу. Ставил бы музыку. Готов к экзамену?
Да, да, офицер Сакс. И сейчас будут спрашивать на брифинге, кто на экзамен готов, хочет пойти, иди попробуй. А он долго проходит? Здравствуйте, офицер. Здравствуй. Да, добрый вечер. Тоже заметили это? Вода в кулерах закончилась. Да, это ужас. Дефицит. Уже и в кулерах. Воду набирал сегодня, ездил. На байках. На этих. Я думаю, там бактерии. В кулерах? Да, поэтому чистить сейчас отправили. А, вот. Так, а долго этот экзамен? Мало ли... Часов 6. Понял, тогда я подожду. Шучу, конечно. Ну, не знаю. В зависимости от людей, если больше людей, больше экзамен будет. Ну, в теории недолго, может, часик, полтора-два. А, понял, понял. Ну ладно, я посмотрю, как будет, да, по ситуации. Ага, да, да. Попробуй. Не, потому что, знаешь, сидеть-то долго можно, а попробовать себя. Вдруг ты уже готов, вот чисто мучаешь себя. Ты же не знаешь, правильно? Да, но я чувствую, что я готов. Чувствуешь, что готов. Ну вот, просто, ну этот, видишь, на экзамене ты можешь плохо сработать, да, сейчас ты мало чего знаешь, а когда ты наберешься сил, если ты будешь без адама? Вот так... именно, вот именно. Вот именно, конечно. Вот именно. Поэтому с ошибками, но начнешь на ПО-2, получишь выговор и так далее, не страшно, зато научишься, правильно? Офицер Сакс. Конечно. Все звучит хорошо, да, офицер Сакс. А... Звучит как план, я бы сказал. Расстояние как 43,2? Так, сейчас ты не знаешь статью, все-таки сейчас скажу тебе. Ну, там имеющий риск для жизни и не являющийся опасным для жизни. Я тебе сейчас скажу, ты не переживай. Давай, идем. А вы в Адаме, да? Да. Здорово. 43.2. 43.2, хорошо. Да, в Адаме. Это мой стажер, кстати, официально. О, ничего себе. Тебя-то я так забирал. Просто. Ну да, да. Дворняжку, да. При этом. Конечно. Приблудную, да. А вот, а где на твоем стажере, офицер Сакс, тяжелое снаряжение? А у нас брифинг. Ты в бронежилете собрался на брифинг? А ты? Нет, конечно. Я просто не дошел еще до раздевалки. Он успел. А на брифинг не... А вдруг там будет так метать замечания, что... Нет, да? Ни в коем случае. Снять бронежилет. Понял. Снимаю. Ладно. Конечно. Надо снять. Давай. Бегу. Бегом тогда еще что-то. Хорошо, сэр. О, здравствуйте. А я быстрее, здравствуй. Здравствуйте. Вадим, привет, привет. Так, с музыкой у нас... Ты еще не снял броник? Ну, я... Ну, у меня с этим долго. Пока расцепишь, пока зацепишь. Ну вот, знаешь... Откуда в нашем чудесном штате появляется оружие вообще у этих бандформирований? Не без понятия. Ну как так? Ну, офицер... Ну, об этом же всем это в Академии рассказывали. А, ну тогда знаю, да. Ну вот. Так. Контрабандой возят. По-разному. Кто-то через сушу, кто-то через воду там. Знаете, как в фильмах. На... Ну да, да, я понял. На таких небольших самолетах. Ага, конечно. То большие вообще контрабанды через судно возят. Так, так. Ну вот. Это их работа. А, пресекать нарушения, да, получается. Да, пресекать. Понятно. Как это назвать? Поставки контрабанды. Да, да. Вот оно как. Деловые люди, получается. Ну, конечно. Серьезно. Конечно, серьезно, да. Себе лучше вообще не этовать, конечно. Не это, ну, неважно, я тоже слово это произносить боюсь. Не перечить, вот. Еле вспомнил. А всем ПО-2 можно ходить в очках? Я на будущее спрашиваю. Конечно. Не, ну, этот. Ты когда ПО-2, ты можешь и побриться. Ну, не бриться, точнее. Не следить за собой, так как следил, когда был ПО-1. Очки можешь надеть. Шляпу можешь носить. А в Fire Department, знаешь, как работает? Они все в кепках ПО-1 ходят. О, реально шляпу на ПО-2 можно? Ну, в смысле, не у нас только, я про Саху говорю вот, какой-нибудь, а, вот. По-моему. Вот, а если вот Fire Department, они в кепках ходят. И знаешь, как стажеров называют? Кепкой. Кепкой? Он такой, типа, да, кепка, иди сюда, пошли патруль. Ну, не патруль, у них там тренировка, например. О, ничего себе. А вы очки можете надеть, да. То есть я могу вот эти вот, я видел у одного офицера такие вот огромные на пол лица вот это вот. В них можно смотреть, утонуть в этих отражениях неба. Вот такие тоже можно, да? Ну, я не понял, какие на самом деле. Авиаторы. Ну, авиаторы можно, да, можно. Да, о, там уже можно, можно вот так ко всем подходить, как я вот так, и спрашивать, что сидишь? Я стою. А, это, стажеров, это образно. Например, да. И стажеров можешь брать, потом уже будешь обучать их, прикинь. Угу. Как тебе такое?
Нравится? Слушай, да, офицер Сак. Страшно? Так, да. Нет, вообще не страшно. Я вообще, у меня страх потерялся. Да? Да, боюсь только умереть. Ну, кстати, вот когда я экзамен сдавал, я, наоборот, сильно страх потерял и начал, ну, вообще там наглеть. И не сдал экзамен с первого раза. Я вообще со второго раза экзамен сдал. А ты не говорил мне? А, да? Ну, вот я со второго раза экзамен сдал. А вот этому своему стажеру ты сказал, да, уже это? Ему? Да. Прикинь, я со второго раза экзамен сдал. А, точно? Да, сказал. Ого. Понятно. Угу. Вот. Здорово. А координацию знаешь, как я тебе говорил, да, наверное? Да, 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 да. Но я сохранил этот... Да. А что, можно говорить про это? Тут. Это же было... А что, мне стесняться теперь, что ли? Ну, вот так вот. Ну, вот, ну получается, вот так вот. Это все к тому я говорю, если сейчас без шуток, да, что даже если на экзамене все плохо, практика придет сама с собой. Согласен. Ты, главное, работай, и у тебя все придет. И ты будешь уверенность чувствовать, знаешь, как что делать. Ты же думаешь, что все такие крутые... Вот офицер по левую руку от меня. Ты думаешь, он все знает? Нет, я конечно. Думаю, да. Ты думаешь, нет, нет. Я ничего не знаю. И лейтенант, ну, не то, что ничего не знаю, есть моменты, в которых я не разбираюсь. И лейтенант тоже есть моменты, которые не разбирается. И вот он. Ну, он-то понятно, ладно. Но вот вообще. Поэтому нет идеальных людей, идеальных копов, которые все узнают вообще на 5+. И все дело практики. Конечно, ну ты думал. Понял. Я советуюсь с кем-то, и все советуются с кем-то. Это же дело, ну, такая коллективная работа, ну. Поэтому то, что ты там чего-то не знаешь, не понимаешь, все с опытом, с практикой придет. Ты потом будешь себя как рыба в воде чувствовать, как в своей тарелке будешь чувствовать, как в материнской шубе будешь чувствовать, как в утробе матери будешь чувствовать, как на руках отца себя будешь чувствовать, как у отца сына будешь чувствовать, как отца... Будешь чувствовать себя хорошо. Офицер Сак, все в порядке, да? Да. Я смотрю, вы рады, да, новому стажеру? Со мной вы так не разглагольствовали. Так у меня два стажера теперь, получается. А, ну да, получается. Mm-hmm. То есть, получается, можно чувствовать себя как сын маминой подруги, да? Так, ну... Так сказать, мамин... Сын твоего... Сын... Вы... Так, нас... Мой сын, в общем. Можешь так чувствовать себя. Нормально. Пойдет. Нет, я лучше бы чувствовать себя как мамин подруган. Ну, знаете, подру, а ган — это как вот... пушка. Деловой, деловой. Да. Экзамен сдай сначала. Согласен. Сдашь экзамен, первым делом я сообщу об этом. Договорились. А, кстати, я забыл поздравить офицер Сак с повышением. Я вот вижу, спасибо. Я в это время забыл сказать. Вот, забывал. Спасибо. Я очень рад, это очень рад. Спасибо, да. Это огромная честь для меня слышать от себя такой комплимент. Да, офицер Сак, да. Это правда. Я вообще помнишь, я сказал, что почему не ПО-3? А как раз так вот уже ты водишься с стажерами, а вот уже ПО-3. Да, так получилось. Так получилось. Да, да. Отмечать поедем твое повышение, когда экзамен сдашь? Да, согласен, да, я проставлюсь. Да, куда поедем? На пляж, разводить костер и купаться голышом. О, как. Так, одно было лишнее. Понял, без костра. Без костра, да. Хотя можно барбекю поставить. Не, а без шуток, офицер, а чё не устроить нам отдых себе в какой-нибудь момент? Пораньше или попозже, после смены, а? Реально, костер поставить. Нормально посидеть, покушать вкусно. Отпраздновать повышение наше все. Чего вы, нет, а? Нет, я, если сдам, то да, почему нет, когда да? Конечно, давай сдавай, поэтому уж хочу шашлычка. Офицер, а вас как зовут? Мне кажется, лично незнакомый. Или да, знакомый? Да, с вами незнакомый. Зовут меня Трейвон. Очень приятно, я Шон Дэвинпорт. Да. А я вообще перепутал тебя. Бля, мы знакомы, кстати. А с кем вы меня перепутали? А, офицер? Да у нас много таких. Каких? С такими очками. Кто в телефоне сидит? А с такими очками только я хожу. Хорошие очки, да? А ты видишь тут что-то там? Конечно. Хотите примерить? Не, ну, откажусь пока что. Ну давайте. Я так когда пол-два буду, тогда примерю. Я вам дам. Давай, давай. Примерьте, попробуйте. Хорошие очки. И правда все видно. Слушайте, о, неплохо. Как будто из людей циклоп. Мне идет? Ну да. Повернитесь.
Зачем мне отворачиваться от вас? К нам или лицом, Серстакс. Вы, вы с кустом говорите? А, вы тут? Да. Не, ну я все вижу, вы не переживайте. Вам идет, вам идет. В этих очках, кстати, нужно искать Мэри Джейн, я думаю. Можно найти. Я что-то паука пох... А, я понял, я понял. Ну, так, нет, а другая Мэри Джейн из Людей Икс. А. Ух, смотри. Вообще. Ну что, вы уже это... Не будем баловаться, правда, что... Переборщи. Очки супер, честно говоря, держи. Спасибо, спасибо. Так, оп. Так, где брифинг? У нас будет брифинг-то или не будет брифинг? Надо как-то разобраться. Вы ПО-3, а в Терсакс. Я ни сержанта, ни лейтенанта не видел. Кстати, я тоже не видел. Так у нас всего два этих. Как его? Ну, этих. ПО-3 плюс один. Один сержант, один лейтенант. 400 в состава. Их нет. Ладно, сейчас попробуем найти кого-нибудь. Пу-пу-пу, надо на почту сообщить. Да. Кстати, в Инстаграме видел, какая-то пользователь появилась. Изи. Подумал, может быть, это наш лейтенант фотошопит свои фотки. Чё? А как? Ну-ка, а где? Изи. Ты кто? Не знаю, я сначала подумал. О, что? Здравствуйте, второй раз. А как зовут? Изи. А. Не, Томас как? Джонс. Томас Джонс, ты новенький? Да, только что. Инсталайф. Первый день, сейчас разберемся с тобой. Ау, совсем новенький? Инсталайф. Так, признак экстремистов. Да, какой там поезд далеко? Ну, что-то есть, кстати, схожесть. Ну, вот, нашли, да? Да. Откройте в Инсталайф, там буквально 3-4 да. Фотографии. А что-то тебе грузит. А вот, все, загрузил. Нет, еще не грузит. Чего не грузит? Это прям вот, я сначала так подумал, неужели молодые фотографии свои выкладывают? Красивая мадам. Вот это наш лейтенант. А в курсе, возможно, что на СТО на городском работает этот, дочь лейтенанта? В курсе. Серьезно? Да. А как зовут? Тоже мисс Флинн. Мисс Флинн. Ее зовут Бридж или как-то так, не помню. Она прям дочь или она? Говорила, прям дочь? Да. Здравствуйте. О, здравствуйте. А вы не в курсе? Как... Брифинг-то, да. Вот да, мне тоже интересно. Я тоже где-то проснулся, честно говоря. Так, надо подумать. Не знаю. Я написал, сообщил на почту лейтенанту, пока ничего. Прекрасно. Ну тогда подождем, поставим. Нет, брифинга не будет, ребятки. Все, можем разбегаться. Так, сейчас стажер, разберемся с тобой. Там еще, кстати, внизу один вроде стоит. Еще стажер? Ну да, вроде как там. Я когда выходил, я подходил, говорит, его уже взяли, там документы, все остальное. Ну, только там одеть, обуть и готов к службе, как говорится. Хреново себе. Вот тот, кажется, в белой рубашке снизу. Пошли разбираться все вместе толпой, сейчас нападем. Пойдемте. Пойдемте бригадой. Мы должны... Я не лифт, я не люблю лифты. Я в них застреваю. Ну пошли по лестнице. По лестнице. Как-то. Спорт — это жизнь. Застреваю, там это код 40, все дела. Я пойду всегда... Ну вот, кстати, тоже, да, бывает такое. Лифты — подозрительная вещь такая. Действительно, что? Железный гроб между туда, верхотурой и внизу. Финансов не хватает, чтобы... Обслуживать, конечно, вовремя. Просто, который лифт поддерживает, тоже менять надо. Это правда. Подрядчиков нужно брать еще. Вот правильно. Так, мистер Найтингейл. Здравствуйте. 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 Кто из вас к нам? Ну, все. Вообще я... Мы все. А вы что, все в департамент? Прощайте, район полиции. В департамент только я. Конечно. Только я. Нет, это честно, я если... Хороший шорт у сар. Меня забирайте, говорю, вот он я. Куда заявление написать? Ну, на преступников. А, на преступников. Мне нужно узнать по поводу выплаты. Ну, это вот к нашим профессионалам. А профессионал у нас Шон Двинпорт в этом вопросе разбирается. В чем еще раз? Офицер. А вот, людям помогать. Помогать людям люблю, да, сэр. Конечно, да. Так, сейчас разберемся. Поможете тогда, мистер? Да, конечно, я давайте... Да, как его зовут? Я схожу за своим блокнотом и приду сейчас.